родить своего ребенка, да нет такой боли, нет такой болезни, ничего, ничего нету. Люди, мне здесь, почему я не поехала с ними? Он это так очевидно. Просто я вчера умерла. Да, смерть это такая странная вещь, всегда неожиданная, даже когда ее долго ждешь. Спасибо, Господи, тебе за эту ночь, которую ты мне подарил. И вроде так все неожиданно. Я думала, там нет никаких чудес. И мне сказали, что там есть скальп. Я бы засмеялась в лицо первого видео, который это сказал. Он там есть. Я верю, что каждому дается по заслугам. Каждому. И я верю, что я так любила своего ребенка. Так верю, что любовь матери может спасти ребенка, что они решили мне позвонить. Я позвонила. Они же зажили за мою веру позвонить. Ну вот, спасибо тебе, Господи, за все, я все успела сделать. Теперь главное ждать. Я буду долго ждать встречи с сыночком. Очень долго.